Ну что, сбылась мечта идиота? Я в шоке. 20 лет нахер машине, у нее колеса не спускают. 20 лет. Она стояла в гараже. 8, какой год? 2-й? 7-й. 87-го года. Это не хочет. Вот единственное, которое было накачано. Что-то не колесо открыло стыдно. Какой-то херней. Там плевать хочется. Старостью. Накачано. Что там, кто-то идет, что ли? Не. Так мужик там видел, смотрел, мы его с гаража вытаскиваем. Там... Не знал, куда свои 5 копеек вставить. Чё, не учил. Колесо что-то кривое. Не вырвал ли он своим гомосекским этим манипулятором? Может, это из-под него что-то улетело? Болт какой-нибудь. Может быть. Вот самое страшное колесо, которое мне больше всех не нравится. Спускает где-то. Это правильно. Ну слушай, одно колесо за 20 лет? Там у него еще есть колесо. Насос, что ли? Что это? Просто вот это вот сними. Это все говорит. Блин, он как новый, реально, посмотри. Это такой знак? Такие знаки бабок стоят больше, чем эта машина.
Атлас автомобильных дорог СССР. Украинская СССР. Страницы, конечно, уже слиплись. Хорош. Тоже сделано в СССР. Блин, на них же года должны были писать. Это, насколько я знаю, переносочка. Даже лампочка стрит, как новая. Угу. Тут надо все прятать. Вообще мотор посмотрим. Колесико. Двиводчик. А? Раньше у СССР так пришел. Так, вот. Чник ему туда. Чик. О, мотор крутится, слышишь? Угу. Как эта труха с него сыпется. Ну. То, что двигун крутится, это неплохо. Что-то еще есть. Колесико. Интересно, масло у него вообще было когда? Видала? Вся эта херь тоже уже в труху начинает превращаться. Вот это. В общем, щуп есть, но его не достать. Давай сюда лучше салон посмотрим. Ну. Я только не помню, эти версии были с... Что это? Смотри, просто сними, подсними пол. Весь пол жив нахер. Это шумоизоляция. Что-то бардачок. Советские секретки. Вот так вот их. Чик, не закручиваешь. Открутить их уже никто не сможет. Не, это все, конечно... Самое классное это вот это. Что мне понравилось? Берешь. С утра принес аккумулятор в машину, принес зеркало. Двери как в иномарочке. Так, чик. И все. Сел, бум, и поехал. Но я садиться не очень. Даже руль крутится. Еще не все мертво. А капот откроется сейчас? Точнее, багажник или что, дерник. Так тут же эта фигня еще была. Подходите. Что это? Я не знаю. Насос. Да. О, как все запущено. Еще один знак аварийной остановки такой мертв. Домкрат, смотри. Советский. Крышка на аккумулятор. Трос. Ключи какие-то греешь. Не, ну. Отпускай.
Не все так плохо. Красота. Не знаю, почему колесо вот так на бекре. В принципе, оно тут все. Все, оно уже все за это зависло. Вырубай.